Переводи. Я думаю, все поняли. Выключаем свои мобильные телефоны, чтобы они не трезвонили во время мероприятия. Прошу о выключении телефонов спутниковых, чтобы они никого не тревожили в часе спутканий. Я не знаю, чи я в ogóle нужен на какой-то тумач, что же мне. Если у кого-то будут звонить мобильники, мы их будем отбирать. Да, навсегда. Значит, меня зовут Антон Кротов, я путешественник, писатель из Москвы. Мне 35 лет. Я называюсь Антон Кротов. Я сам подружником и писажем, мам 35 лет. А это мой друг Мариуш, который будет переводить. Сколько ему лет, он сам скажет. Ну, то есть мой приятель Мариуш, который будет перекладывать. Или он малат, то сам повем, мам 36 лет. Я очень люблю путешествовать. Я путешествую больше 20 лет, с 91 года. Я bardzo lubię podróżować. Podróżuję od 25 lat, od 91 roku. Сам я родом из Москвы, и у нас в Москве много разных пригородных электропоездов, как и у вас. Я похожу из Москвы, и в Москве, подобно как у вас, есть bardzo dużo коллег электричных, подобно как у вас. Я начинал путешествовать, пересаживаясь с одной электрички на другую, ездил зайцем по разным городам России, а потом научился путешествовать и автостопом. Я начинаю подружие, пересаживаясь из одной колейки на другую, на гапы, потом научился подружовать автостопом. Я изучил методы путешествий, после чего стал искать других людей, кого бы интересовали путешествия, и нашел таких людей много. Nauczyłem się, studiowałem różne metody podróżowania, potem zacząłem szukać innych ludzi, którzy podróżują i znalazłem takich, sporo takich ludzi. W Rosji, jak i w Polsce, metody autostopa i w ogóle wolnych путешествий очень rozpowszechnione. W Rosji i w Polsce metody podróżowania autostopem i w ogóle metody swobodnego podróżowania są bardzo rozpowszechnione. Многие люди путешествуют у нас еще со времен советских. Wielu ludzi podróżuje jeszcze u nas od czasów radzieckich. Istnieją kluby autostopowiczów i ludzi, którzy podróżują. Funkcjonują kluby autostopowiczów i ludzi, którzy podróżują. Ja wyjaśnię, czym różnią się wolne podróże od drugich. Ja postaram się wyjaśnić, czym różnią się swobodne podróże od innych. Jest burżujskie podróże, kiedy człowiek kupuje bilet na samolot, leci na niedzielę kudanibudź w tur. Są burżuazyjne podróże, kiedy człowiek kupuje bilet samolotem w jedną stronę i w dwie strony i jedzie gdzieś na podróż. Kiedy człowiek żyje w gostynicy i gidy wodzą go wokół egipskich piramid albo kupają w basenie. Kiedy człowiek mieszka w hotelu i przewodnik prowadzi go wokół piramid egipskich lub kąpie go w basenie. Катают на верблюде, потом сажают обратно на самолет и возвращают домой. Катают на верблюде. Фундуют ему приезжку на верблюде, а потом всаживают его в самолет и высылают с повратом до дома. Это называемые буржуйские путешествия. То есть разные буржуазийных подружений. Есть спортивный туризм, когда человек берет с собой большой рюкзак, полный еды. Jest rodzaj sportowej turystyki, kiedy człowiek bierze ze sobą duży plecak pełen jedzenia. I odprawia się w góry, albo z bajdarką po rzece, albo w les. I wyrusza w góry, albo z kajakiem po rzece, albo w las. I dwie albo trzy tygodnie chodzi tam w lesie, a potem iskusanej komarami wracaje się do domu. I dwa albo trzy tygodnie chodzi tam po lesie i potem pogryziony przez komary wraca do domu. To nazywa się sportowy turizm. To się nazywa sportowa turystyka. И есть вольные путешествия. Он свободно подружен. Вольный путешественник перемещается по городам и странам мира наземным способом. И он свободно подружен. Свободный подружник перемещается в местах и краях света дорогу наземную. Мы ночуем в гостях у местных жителей. Ночуем в гостях у местных жителей. Не пользуемся услугами турфирмы или гида. Nie posługuje się usługami firm turystycznych albo przewodników. Przemieszczamy się na popłynnym transporcie, jak prawie autostopem.
przemieszcza się za pomocą przygodnego transportu, zwykle autostopem. I staramy się widzieć świat takim, jaki on jest na samym деле, a nie jakim nam chcą pokazać jego widy. I staramy się zobaczyć świat taki, jaki on jest w rzeczywistości, a nie taki, jakim próbują pokazać nam go przewodnicy. Ili ugliwi żurnalisty żyjący w telewizorze. Albo wystraszeni dziennikarze mieszkający w telewizji. W procesie путешествий każdy z nas może ubiedzić w tym, że świat dobry. W procesie podróżowania każdy z nas może się sam przekonać, że świat jest dobry. Że ludzie odzywczywi, gościnni w любой точке планеты. Że ludzie są gościnni i dobry w любой точке планеты. Dobrzy i gościnni w obojętnie jakim punkcie planety. Куда мы не приезжали, будь то Афганистан или Африка. Докуда бы мы не приехали, что это Афганистан, что это Африка. Будь то Москва или Кабул, Польша или Средняя Азия. Что это будет Москва, или Кабул, что это будет Польша, или Азия Środkowa. Мы видим всюду людей, близких нам по духу. Мы всюду можем встретить людей, которые близки нам духом. И чувствуем, что мир – это одна большая человеческая семья. Мы можем почуть, że świat to jedna wielka ludzka rodzina. Wolne путешествие обходится по деньгам гораздо дешевле, чем буржуйское путешествие. Swobodne podróże są, jeżeli chodzi o kwestie pieniężne, wiele tańsze niż burżuazyjne podróże. Все, что нам нужно, это желание и свободное время. Wszystko, co nam jest potrzebne, to chęć i czas wolny. Чем больше у вас есть денег, тем быстрее вы можете передвигаться. Чем меньше у вас денег, тем медленнее вы передвигаетесь. Im więcej u was jest pieniędzy, tym możecie się szybciej poruszać, im mniej jest u was pieniędzy, tym wolniej oczywiście będziecie się poruszać. No jeśli nawet u was nie денег, wy все равно możecie передвигаться się po всему миру, правильно питаться i ночевать. No nawet jeżeli u was nie ma, nawet jeżeli nie posiadacie pieniędzy, możecie przemieszczać się po świecie, odpowiednio się odżywiać. Потому что самое главное не то, что у вас в кошельке, а то, что находится у вас в голове. Dlatego, że najważniejsze jest nie to, co macie w portfelu, ale to, co posiadacie w głowie. Ja narysowałem kartę niektórych swoich путешествий, ona очень маленькая, вы вряд ли ее разглядите. Ja narysowałem mapę swoich podróży, ale ona jest bardzo mała i wątpię, że możecie ją zobaczyć dokładnie. Ja wkrótce skażę o niektórych путешествиях, które ja проделал. Ja mogę ustnie teraz opowiedzieć trochę o niektórych swoich podróżach, których ja wykonałem. Jak na przykład путешествие автостопом из Москвы через всю Россию, Сибирь, Якутск, Магадан. Można nie переводить. Вот, и обратно из Магадана и через всю Россию в Москву. Так jak na przykład podróż z Rosji w Magadan i z Магадана z Магадана, потом через всю Россию в Москву. И потом в Европе с Магадана с повратом через всю Россию. Мы ездили автостопом в Индию, я организовал 8 человек поехать автостопом в Индию. Мы организовали 8 особ подруж автостопом в Индию. Из Москвы через Грузию, Армению, Иран, Пакистан в Индию. С Москвы через Грузию, Армению, Иран, Пакистан в Индию. Потом 7 человек из 8 вернулись обратно тем же маршрутом. А потом 7 особ с 8 вручили с повратом, так на таком самом дороге. Один решил остаться в Индии навсегда. Но через полгода ему надоело Индия, он тоже вернулся домой. Мы въехали автостопом через всю Африку, автостопом через 18 стран. Мы въехали автостопом через саму Африку, через 18 краев. Можно не переводить. Россия, Украина, Молдавия, Румыния, Болгария, Турция, Сирия, Иордания, Египет, Судан, Эфиопия, Кения, Танзания, Замбия, Ботсвана, Намибия. Можно не переводить, все поняли. Были и другие самые интересные путешествия. Мы ездили автостопом в Афганистан и в Монголию. Мы ездили зимой, когда морозы достигали 50 градусов в центр России, в поселок Тура. Ездили зимой, когда морозы достигали 50 степеней в центр России, до осады Тура. Мы ездили в заполярный город Нарьян-Мар в количестве 18 человек автостопом. Jeździliśmy w 18 osób do znajdującego się za kręgiem polarnym miasta Zarianmar. W 10 человек улетели обратно в попутном самолете автостопом, а остальные тоже вернулись по дороге. 10 osób wróciło na przygodnym samolocie autostopem z powrotem.
Pozostali też jakimś przygodnymi środkami transportu też wróci. Також на этой карте Китай, Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Папуа Новая Гвинея, можно не переводить, наверное. В этом году я был тоже в Индонезии, на Новой Гвинее. В этом году был również в Индонезии и на Новой Гвинее. И в этом же году я оказался у вас тут, в европейском буржуазном мире. Оказался в вашем буржуазном европейском мире. Страны на свете, конечно, очень разные. Края света са очевидно бачу разные. Когда мы приезжаем в Папуа-Новую Гвинею, мы видим там много всего необычного. Когда, например, приехали на Папуа-Новую Гвинею, видели там много необычных вещей. В течение недели или дольше мы не видим никакого электричества. В течение тигодня або więcej не видели мы жадной электричности. Мы не звоним никому по мобильному телефону. Не звонишь до никого телефоном комунковым. Мы не видим асфальта или электрической лампочки. Не видели мы ни асфальту, ни жаровки электричной. И даже приходилось в некоторых деревнях, где нет обыкновенных туалетов. И даже доходило до ситуации в некоторых вёсках, где нет звуковых туалетов. Обнаружили, что папуасы срут в море с огромных раскидистых деревьев, которые нависают над морем. Видели, что папуасы срают до моря с огромных раскидистых дерев, которые са над брегом моря. И это приходится делать иногда ночью, большое дерево нависает над океаном. И доходило до ситуации, когда нужно это было делать ночью, когда огромное раскидистое дерево зависит над океаном. Там может одновременно разместиться два человека. И все, что человек из себя выделяет, все смывает уже океан. И все, что человек из себя выделяет, то и зараз сразу смывал океан. А когда мы приезжаем в Европу, мы уже такого не видим. Мы путешествуем по Афганистану и видим тоже много всего интересного в этой стране. Kiedy podróżujemy po Afganistanie, również możemy zobaczyć bardzo dużo interesujących rzeczy w tym kraju. Jest mnogo wrednych ludzi, którzy siedzą w telewizorze i obmanują naiwnych ludzi. Jest dużo szkodliwych ludzi, którzy siedzą w telewizorze i oszukują naiwnych ludzi. Они говорят, что в Афганистане живет Бен Ладен, и террористы, и наркоманы, и люди с автоматами. Oni mówią, że w Afganistanie mieszka Бен Ладен, террористы, люди с автоматами. Которые убивают всех, кто к ним приезжает. Którzy mordują wszystkich, którzy do nich przyjeżdżają. W Afganistanie я видел красивые горы, чистые реки, вкусные фрукты. W Afganistanie widziałem piękne góry, czyste rzeki i smaczne owoce. Интересные машины, хороший автостоп и тупых милиционеров. Ciekawe samochody, interesujący autostop i tępych milicjantów. Когда мы путешествуем по разным странам мира, видим его таким, какой он есть на самом деле. Когда мы путешествуем по разным краям света, видим, как он есть в действительности. И это гораздо больше, чем может показать нам даже самая крутая турфирма. И то есть гораздо больше, чем может нам показать наилучшая фирма туристическая. Каждый человек на свете может путешествовать, если он этого захочет. Каждый человек на свете может путешествовать, если такое захочет. Если вам реально что-то хочется увидеть мир, не нужно откладывать это надолго. Если действительно хотите увидеть свет, не належит его надолго откладывать. Никакое дело не нужно откладывать больше, чем на год, иначе вы никогда ничего не сделаете. Жадной справы не належит откладывать на венцей, ниже рок, в той ситуации нигде ей не доконать. Если вы хотите, например, путешествовать, или написать свою книгу, или заняться бизнесом, если хотите подружовать, или написать свою книжку, или заняться бизнесом, то скорее начинайте, никогда не откладывайте больше, чем на год. То зараз начинайте, никогда не откладайте больше, чем на год. Конечно, если вы собираетесь сегодня вечером поехать автостопом в Индонезию и Папуа-Новую Гвинею, очевидно, если сегодня вечером замежаете поехать автостопом в Индонезию или на Папуа-Новую Гвинею, и вы никогда раньше не путешествовали, и никогда вчесне не путешествовали, то лучше начать с небольших поездок, поехать в Варшаву, Москву или Киев. Лучше начать с небольших поездок, поехать до Варшавы, Москвы или Киева. Пообщаться в Польше с другими путешественниками, которых здесь много. Porozmawiać w Polsce z innymi podróżnikami, którzy tutaj zbierają. I uznać różne drugie podrobności o путешествиях, potem już zaczynać путешествовать dalej. Dowiedzieć się więcej o podróżach, potem zacząć dalej podróżować.
Кроме того, что я путешествую, и у нас еще есть интересный проект, который называется «Дом для всех». Опрос того, что я подружу, у нас есть еще очень интересный проект, который называется «Дом для всех». 5 лет назад я поехал в город Иркутск около Байкала. 5 лет тому поехал до места Иркутск, недалеко от Байкала. Я там снял деревянную избу, и каждый человек на свете мог туда приехать. Винаревым там древняным избой, и каждый человек на свете мог там приехать. И каждый мог там бесплатно остановиться на день, неделю или на месяц. Каждый мог бесплатно там еще зачинать на день, тыдень или на месяц. Там одновременно ночевало у нас по 10 и 20 человек. Там одночасно у нас ночевало от 10 до 20 людей. Причем довольно много было и поляков. Причем до сих пор было ближе к поляков. И мы путешествовали по Иркутской области, Бурятии и Монголии, и возвращались в эту избу. Подружовали мы по Бурятии, по Иркутским и по Монголии, и вращались в эту избу. В этой избе мы проводили встречи, тусовки, посвященные путешествиям. Там проводили мы споткания товарищеские, посвященные подружам. И, кроме того, проводили разные концерты, диспуты и культурные мероприятия. Там мы также проводили разные концерты, дискуссии и какие-то импрессы культурные. Всем понравилось такое совместное житье, и потом мы поехали в город Ош. Всем сподобалось такое совместное житие, и потом поехали до места Ош в Киргизии. И в городе Ош тоже был сделан дом для всех в 2007 году. И в месте Ош również został zorganizowany дом для всех в 2007 году. Ош – это один из самых вкусных, дешевых и приятных городов Средней Азии. Ош – это один из самых наиприемнейших, смачных мест в Азии Средковой. Мы жили в городе Ош и путешествовали по Южной Киргизии, Узбекистану, Таджикистану. Мы жили в месте Ош и подорожали в полудневном Киргизстане, по Узбекистане и по Таджикистане. И 92 человека приняли участие в этом киргизском проекте. И в этом киргизском проекте взял участие 92 особы. Потом мы поехали в Египет, в самый большой город Каир. Потом поехали до Египта, до наибольшего места Каир. И жили в Египте, смотрели Египет, какой он есть по-настоящему. И жили в Египте и оглядали Египет таким, каким он есть в действительности. Дело в том, что в Египте есть примерно 1% территории, отведенной под туристическую резервацию. Проблема полагается на том, что в Египте есть около 1% территории, которая была предназначена под резерват для туристов. Как Хургада, Шарм-эль-Шейх и некоторые другие места. Так как Хургада, Шарм-эль-Шейх и места. Туда загоняют иностранных туристов и собирают с них за это деньги. Там же загоняешь заграничных туристов и зато собирают деньги. И делают вид, что Египет – это достаточно цивилизованная страна. И робишь отражение, что Египет является цивилизованным краем. По-настоящему Египет – страна, конечно, не цивилизованная. В жительстве Египет, очевидно, не есть краем цивилизованным. Зато она очень дешевая и смешная. А да, если он краем очень тонким и смешным. Там есть 1 миллион глупых милиционеров. Там есть около 1 миллиона глупых милиционеров. Которым запрещено бить иностранцев. Которым заказано бить чужеземцев. Поэтому там можно делать практически все, что хочешь. А только можно там делать практически все, что хочется. Милиционеры пытаются загнать туристов обратно в эти небольшие резервации. Милиционеры стараются загнать туристов с поворотом в эти небольшие резервации. Чтобы мы не увидели, в каком состоянии находится их страна. Чтобы мы не увидели, в каком состоянии направлено с их край. Но так как нас было около 50 человек, но для того, что у нас было около 50 человек. Милиционеры, конечно, не могли нас загнать никуда. Милиционеры не были в стане загнать нас нигде. И мы путешествовали по обычным египетским деревням и городам. Для того, подружавались по звуковых египетских всех местах. Где до сих пор паромы через Нил перетаскиваются не мотором, а силой человека. Где до той поры паромы через Нил шажутся еще не за помощью сильника, а за помощью сил человека. Причем паромы, на которых находится много машин, повозок и до сотни человек, они перетаскиваются. Причем паромы, на которых находится еще дуже самоходов, возов и до сотни людей,
перетаскиваются при помощи одного мужика. Переправляясь с одного берега на другой за помощью одного человека. Мы видели, как орошаются поля при помощи водоподъемных колес, которые движутся коровами. Мы видели, как наводняются поля за помощью кул мыльских, переносящих воду, которые напряганы через коровы. И видели, как живут люди в таком же состоянии, как жили они во времена фараонов. Мы видели, как живут люди, так как жили неумел в часах фараона. Хотя милиционеры пытались нас выгнать из этих мест и показать нам что-нибудь более приличное. Хотя же милиционеры старались выгнать нас из этих мест и показать нам что-нибудь более приличное. Следующий дом для всех мы сделали на севере России, около Архангельска, зимой. Коленный дом для всех зорганизовали на полноценной России, в околице Архангельска, зимой. И тоже каждый человек на свете мог к нам приехать. И również каждый человек на свете мог нас приехать. Но так как было холодно, туда приехали в основном только российские люди. Но когда же было зимно, мы главное приехали люди из России. Мы жили в избе, обливались на улице холодной водой. При температуре 35 градусов мороза. При температуре около 35 ступеней мороза. Путешествовали по окрестностям Архангельска и читали лекции про путешествия. Подорожували по околицах Архангельска и выклады о подорожье. Потом мы сделали дом для всех в Владивостоке. Później zrobiliśmy dom dla wszystkich we Władywostoku. I прошлым летом мы сделали дом для всех в городе Душанбе, который существовал 3 месяца. W zeszłym roku zrobiliśmy dom dla wszystkich w mieście Душанбе, który funkcjonował przez 3 miesiące. Душанбе to столица Таджикистана, очень интересный город. Душанбе to столица Таджикистана, bardzo interesujące miasto. Самое интересное в Таджикистане это его люди, гостеприимные люди Таджикистана. Najbardziej interesujące w Таджикистане są ludzie. Гостиные люди Таджикистана. Я снял большой дом, в который приехало очень много людей. Я вынаем огромный дом, в который приехало большое людей. Суммарно там у нас было 130 гостей, но не одновременно, кто-то приезжал, кто-то уезжал. В сумме было у нас около 130 гостей, но не одночасно. От часу до часу кто-то приезжал, кто-то выезжал. Даже приехал Мариуш, а потом убежал куда-то. Nawet Mariusz, czy ja przyjechałem, ale potem gdzieś uciekłem. Одновременно у нас ночевало обычно по 20-30 человек. Jednocześnie у нас nocowało około 20-30 ludzi. И мы путешествовали по Таджикистану и пытались просвещать жителей Таджикистана. И подживаliśmy по Таджикистане, стараясь oświecać mieszkańców Таджикистана. Такие дома для всех, они очень удобны, потому что мы можем жить вместе. Такие дома для всех są bardzo wygodne, bo można żyć razem. Мы обмениваемся информацией о путешествиях в разных странах мира. Można wymieniamy się informacją dotyczącą podróży do różnych krajów świata. В доме в Душанбе у нас жили люди из 25 разных стран. В доме в Душанбе у нас мешкали люди из 25 краев света. И чтобы кого не интересовало, о любом вопросе можно было, на любой вопрос можно было найти ответ, спрашивая у людей в этом доме. И кого-либо не интересовало, можно было задать питание людям, которые находились в доме, и знать на то ответ. Кроме этого, когда мы вместе живем, вместе едим, это гораздо удобнее, чем питаться порознь. Oczywiście, kiedy my razem mieszkamy, razem jemy, to o wiele bardziej wygodne niż próbować się odżywiać samodzielnie. To же самое происходит у меня дома, когда я нахожусь в Москве. Taka sama sytuacja ma miejsce u mnie w domu, kiedy znajduję się w Moskwie. U mnie самая посещаемая квартира в Москве, в которой были десятки тысяч человек. Mam najbardziej odwiedzane mieszkanie w Moskwie, w którym były już dziesiątki tysięcy ludzi. Когда я в Москве, ко мне приходят люди, которых интересует путешествие. Когда я в Москве, ко мне приходят люди, которых интересует путешествие. И вы тоже, если бываете в Москве, можете как-нибудь заглянуть ко мне в гости. Вы również, когда будете в Москве, можете заглянуть ко мне в гости. Заранее посмотрите по интернету, будет ли какое-нибудь интересное мероприятие у меня дома. Можете вчесней забачить в интернете, чи будет какая-то интересующая импреза у меня в доме. Если происходит какое-нибудь мероприятие, каждый человек на свете может прийти.
Jeżeli ma miejsce jakaś impreza, każdy człowiek na świecie może do mnie przyjść. И даже остаться просто кусовки на ночевку, как обычно бывает. Может потом зостать на ноцлег, так как звезда по прескуации было. В следующем году у нас будет сделано целых 4 разных дома для всех. В следующем году у нас будут 4 разных дома для всех. Если кто-то из вас интересуется путешествиями, может как раз посетить один или несколько этих домов. Если кто-то интересуется подружами, может в том часе odwiedzić jeden lub kilka z tych domów. Pierwszy dom dla wszystkich będzie u nas wiosną zrobiony w городе Stambul. Pierwszy dom dla wszystkich będzie u nas zrobiony przez nas w mieście Stambul. Wiosną. 15 marca my otwieramy dom dla wszystkich w Stambule. 15 marca my otwieramy dom dla wszystkich w Stambule. On będzie funkcjonować примерно 2 miesiące. On będzie funkcjonował około 2 miesięcy. Каждый может приехать, но, конечно, никаких кроватей отдельных там не будет. Каждый может приехать, но, очевидно, жарных особенных ужек там не будет. Поэтому берите с собой спальные мешки, коврик, каремат. Поэтому забежьте за собой шпивур, какие-то диваник, карематы. И обязательно заранее узнайте по интернету наш турецкий телефон. И, очевидно, вчесне доведьте себя через интернет. Jaki jest nasz turecki telefon? Как только мы приедем в Турцию, вывесим наш номер телефона, можно будет нам звонить и приезжать. Jak tylko przyjedziemy do Turcji, będzie można do nas dzwonić i przyjeżdżać. Конечно, в доме для всех у нас строгие правила поведения. Oczywiście u nas w domu dla wszystkich są bardzo twarde zasady postępowania, zachowania się. У нас запрещено пьянство и употребление любых алкогольных напитков. Zabronione jest pijaństwo i używanie obojętnie jakich napitków alkoholowych. I my bardzo nie lubimy kurierzyków. Bardzo nie lubimy osób palących. Остальное, w принципе, почти все można. Pozostałe rzeczy właściwie wszystko można. No, нужно приезжать обычно вечером, не приезжать ночью, когда мы спим. Trzeba przyjeżdżać вечером, а не ночью, когда мы спим. Следующий дом для всех будет сделан летом в российском городе Красноярске. Следующий дом для всех будет сделан летом в российском городе Красноярске. Мы будем жить там 3 месяца, июнь, август и сентябрь. Будем там жить 3 месяца. Червец, липец, серпень и вересень. Там будет деревянная изба, скорее всего, не квартира. Sam raczej będzie to miał miejsce w drewnianej chacie, a nie w mieszkaniu. Туалет будет во дворе, но все-таки не дерево, как у вас, а такой обычный. Туалета będzie oczywiście na podwórku, no oczywiście, ale to będzie pożywna toaleta, nie jakieś drzewo jako papuasu. Горячей воды в избе обычно не бывает. W takiego typu domu drewnianym oczywiście ciepłej wody zwykle nie ma. Зато в этом доме будут жить интереснейшие люди, путешественники. Але в этом доме будут жить очень интересующие люди, которые сопровождают. Люди некоторые будут приезжать в дом транзитом, проездом, например, во Владивосток. Некоторые будут приезжать в дом транзитом, которые будут давать им до Владивостока. Некоторые будут там жить там неделю или месяц и совершать походы по окрестностям. Niektórzy będą w tym domu mieszkać tydzień lub miesiąc i organizować podróże po okolicy. Wśród posiadaczy naszych domów bywają i bezdzienni, i dzienni ludzie. Wśród ludzi, którzy odwiedzają nasze domy, są różne typy. Są ci, którzy nie posiadają żadnych pieniędzy i posiadają pieniądze. Każdy z was może przyjechać, a jeśli wy zrobicie rosyjską wizę, to przyjeżdżajcie k nam letem. Każdy z was może przyjechać, jeżeli uda wam się zrobić wizę rosyjską, to przyjeżdżajcie do nas latem. Jeśli nie boicie się, że toalet na ulicy, a nadzieję, że to zrobiłaś? Jeśli nie boicie się tego, że toaleta będzie na ulicy, jedna dziewczyna już się tego wystraszyła. I osienią u nas będzie dom dla wszystkich w kitajskim городе Куньмин. I jesienią będziemy mieli dom dla wszystkich w chińskim mieście Куньмин. Этот город находится на юге Китая, довольно далеко от Польши. To miasto znajduje się na południu Chin, w odpowiednio dużej odległości od Polski. Także najłatwiej będzie wam odwiedzić krasnojarski i stambulski dom. Potem w przyszłości u nas będą zrobione drugie domy dla wszystkich w drugich miejscach.
В прийшлості плануємо інші доми для всіх в інших місцях. Потім подробності зможете прочитати в інтернеті, в моєму живому журналі. Шагули того можете прочитати в інтернеті на моєму блогу. Или вы можете все спросить у Марюша, потому что он мой блог регулярно читает. А вы видите, у Марюша все где, бо я регулярно читам блог Антона Крутого. Я сам Бога настроен нашего института, в закладце блог. Это вот я сказал про проект «Дом для всех». То ты да, если хочешь, о проект «Дом для всех». Он интересен тем, что там возникает коммунизм отдельно взятой избе. Я сам интересен тем, że tam ma miejsce, tam udało się zbudować komunizm w oddzielne, w odrębnie zorganizowanej chacie. Потому что мы все вместе ужинаем и все вместе живем и общаемся. Dlatego, że my wszyscy razem jemy, spotykamy się, mamy razem kontakt, śpimy. Если даже кто-нибудь приезжает полностью безденежный, то там можно найти какую-нибудь еду. Jeżeli ktoś przyjdzie kompletnie bez pieniędzy, to oczywiście znajdzie tam jakieś jedzenie dla siebie. A jeśli ktoś naоборот nie ma pieniędzy, on kupuje różne produkty i wynika to. A jeśli ktoś ma pieniądze, to oczywiście kupują różne produkty i tak w ten sposób buduje się komunizm. A jeśli ktoś próbuje przynieść butelkę z piwem, to komunizm kończy się, człowiek wygania. A jeśli ktoś próbuje przynieść butelkę z piwem, to komunizm się kończy i ten człowiek jest wyganiany. Это я рассказал про домовой, теперь расскажу про наш лесной трезвый слёт. To tyle, jeżeli chodzi o domy dla wszystkich. Teraz ja chcę opowiedzieć o nas, o naszym jesiennym trzeźwym zlocie. Мы собираемся иногда в лесу и обсуждаем, опять же, путешествия. Мы собираемся неоднократно в лесе и również rozmawiamy на тему подружек. Основной слет у нас происходит в первые выходные июня. Najważniejszy zlot ma miejsce w pierwsze wolne dni Iunia. W Podlaskowie, iunia. Czerwca, pierwsze wolne dni w Podlaskowie. W okolicach Moskwy. A te, kto zimą nie znają, kuda pojechać, my będziemy odmieniać Nowy Год na Ukrainie. A ci, którzy zimą nie mają dokąd pojechać, to chciałbym poinformować, że będziemy witać Nowy Rok na Ukrainie. My będziemy odmieniać Nowy Год w pojeździe Charków-Uzhgorod. Będziemy witać Nowy Rok w pociągu Charków-Uzhgorod. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie zna, jak odmieć Nowy Год w trzeźwej kampanii. Jeżeli ktoś z Was nie wie jeszcze, jak można powitać Nowy Rok w trzeźwej kampanii. Przyjeżdżajcie zimą na Ukrainę, Wam teraz wiza nie nужна. Przyjeżdżajcie zimą na Ukrainę, Wam akurat wiza nie jest potrzebna. Утром 31 декабря мы выезжаем из Харькова, целые сутки едем и встречаем Новый год. Рано выезжаем из Харькова, едем целую добу и летаем на Европу. Потом еще пару дней проведем на Карпатах и разбежимся потом по разным регионам. Потом несколько дней спędzimy в Карпатах и разъедемся в разных местах света. Если еще что-то будет потом интересно, вы потом спросите у меня или у Марюша. Если в прошлости будет иметь место что-то мне интересующее, вы можете позже спросить у меня или у Марюша. Я еще немножко скажу про свои книги, потому что я написал и выпустил около 40 разных книг. Еще поговорим несколько слов о моих книжках, потому что я выдал и написал около 40 разных книжек. Большинство из этих книг они на русском языке. Większość z tych książek jest w języku rosyjskim. No, tylko jest książka Praktyka wolnych путешествий, która jest na ruskim, na angielskim i na niemieckim. Jest też książka Praktyka swobodnych podróży po rosyjsku, po angielsku i właściwie pozostałe są tylko po rosyjsku. No, na polskim języku пока что нет. Po polsku co jeszcze nie ma. Вот, поэтому, если кому-то интересно, как путешествовать на попутных машинах, локомотивах и пароходах. Dlatego, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak podróżować autostopem za pomocą samochodu, pociągu, na parochodzie, na maszynie, na lokomotywie, na pociągu, na parowozie. Как ночевать в незнакомом городе, если вы не имеете палатки? Как ночевать в незнаных местах, если не посещаете намету? Все подробности вы прочитаете в книге «Практика вольных путешествий». Wszystkie szczegóły przeczytacie w książce Praktyka swobodnych podróży. No, te książki jest dzisiaj na ruskim i na angielskim języku.
Dzisiaj te książki są dostępne po rosyjsku i po angielsku. Jest jeszcze niektóre książki u mnie, w których ja rozkazuję o swoich путешествиях. Są jeszcze inne książki, w których ja opowiadam o swoich podróżach. Na przykład książka o tym, jak my пересекли автостопом всю Африку. Na przykład książka o tym, jak myśmy przejechali przez autostopem przez całą Afrykę. Nazywa się 200 dni na jug. Nazywa się 200 dni na południe. Или большая книга «Автостопом по России», где описаны мои путешествия по России. Або книжка «Автостопом по России», где описаны мои путешествия по России. Также есть у меня путеводители по разным странам. Сон нам również przewodniki o różnych krajach. Ну, они все на русском языке, если кому-то интересно, потом посмотрите. Wszystkie oczywiście są po rosyjsku, jeżeli ktoś jednak jest zainteresowany, to później może zobaczyć. Кроме этого, я издаю не только свои книги, но и книги своих друзей. Oprócz tego ja wydaję nie tylko swoje książki, ale również książki moich przyjaciół. Na przykład mój drug Sergiej Zubcow napisał, jak żyć w zachodniej Europie. Na przykład mój przyjaciel Sergiej Zubcow napisał książkę, jak żyć w Europie Zachodniej. Jak ustrojen współczesny zachodni świat, dlaczego tam żyć nie można? Jak zbudowany jest współczesny świat zachodni, dlaczego tam nie należy mieszkać? I jest drugie interesne książki, niektóre z których wy сегодня увидите. Są również inne książki. Niektóre z nich również dzisiaj zobaczycie. No, большинство книг у меня, конечно, дома, так что кто у меня окажется, увидите. Oczywiście większość moich książek jest u mnie w domu, dlatego kto z was do mnie do domu przyjedzie, to je oczywiście zobaczy. Я сейчас скажу некоторые общие вещи о путешествиях, а вы готовьте свои вопросы. Ja powiem tutaj kilka słów ogólnych o podróżach, a wy przygotujcie swoje pytania. Скажу, что нужно вообще для путешествия, а потом вы все спросите все, что хотите спросить. Спытам, opowiem to, co w ogóle potrzebne jest do podróżowania, a wy zadacie pytania w kwestiach, które was interesują. То есть, во-первых, вольное путешествие, оно доступно каждому человеку. По первое, свободные подорожья są dostępne dla każdego człowieka. Может путешествовать и мужчина, и женщина, и пионер, и пенсионер. Может путешествовать и мужчина, и кобета, и харцер, и эмерит. Путешествуют автостопом и 70-летние бабушки, и 15-летние ребята. Путешествуют автостопом 70-летние бабчи и 15-летние хлопцы. Путешествуют автостопом и русские, и европейцы, и индонезийцы. Podróżują autostopem i Rosjanie, Europejczycy i Indonezyjczycy. To dostępne każdemu człowieku, główne żelanie. To jest dostępne dla każdego człowieka, najważniejsza jest chęć. Dalsze, jeśli u kogoś doma jeszcze jest telewizor, wybraźcie go. Dalej, jeśli ktokolwiek posiada z was w domu telewizor, wyrzućcie go. Telewizor to żyznezamienitel, po któremu nam podsuwają ложną informację. Telewizor jest zastępcą życia, za pomocą którego podsuwane są nam kłamliwe informacje. Podsuwają nam reklamę, politykę i wszelką jerundę. Podsuwana jest nam reklama, polityka i podobna temu bzdura. I pytają sieć wrażdu między narodami planety. I tą drogą próbowana jest, dokonywane jest sianie wrogości pomiędzy narodami planety. Помните, что чем больше говорят каких-нибудь гадостей про какую-нибудь страну, тем эта страна лучше. И запоминайте себе, что чем больше каких-то страшных вещей оповеда о каком-нибудь крае, тем больше этот край оказывается быть. Если говорят, что в стране всех убивают, свирепствуют болезни и люди едят друг друга. Jeżeli opowiadam o jakimś kraju, że w tym kraju wszystkich zabijają, krują w nim choroby i ludzie jedzą jeden drugiego. Znaczy, że to będzie bardzo хорошая, гостеприимна i красивая страна. Znaczy, że będzie to bardzo dobra, piękna i gościnna. Będzie to bardzo dobry, piękny i gościnny kraj. Jeśli же какую-то страну активно рекламируют в глянцевых журналах. Natomiast jeśli jakiś kraj bardzo jest reklamowany w żurnałach dla celebrytów. Jeśli w какой-нибудь город часто прилетают самолеты из Москвы или Европы. Jeżeli do jakiegoś miasta przyjeżdżają często samoloty z Moskwy lub z Europy. To этот город лучше, конечно, избегать. Он, наверное, уже испортился. To tego miasta trzeba uciekać. Ono raczej na pewno już zostało zepsute. Наверное, там все дорого, гостеприимство уже закончилось и все пытаются вам продать. Na pewno już tam jest drogo, gościnność się skończyła i próbują tam wam wszystko sprzedać. Поэтому такие популярные места, они не самые лучшие для путешествий. Dlatego takie popularne miejsca nie są wcale najlepsze dla podróży. Дальше помним, что нет на свете плохих стран, нет плохих народов.
Ale należy zapamiętać, że nie ma na świecie złych krajów i złых народов. Все люди братья между собой на любой стороне мира. Wszyscy ludzie są braćmi między sobą w obojętnym jakim kraju. И путешествие позволяет нам почувствовать это ощущение братства. И подружа позволяет нам почуть то почуть братерство. Мы приезжаем в Москву или в Таджикистан, в Азию или в Африку. Мы приезжаем до Москвы, до Таджикистана, до Азии или до Африки. Мы приезжаем в Якутию или в Польшу или в Судан. Приезжаем до Якутии, до Польши, до Судана. И видим, что весь мир это одна большая семья. Можем заобсервовать, что целый свет это однако это родина. И когда мы возвращаемся домой из дальних путешествий, и когда возвращаемся до дома с отдалённых подружек, мы стараемся тоже быть лучше и больше приносить добра другим людям. Мы стараемся быть лучшими и приносить больше пожитку иным людям. Мы пускаем себе пожить и таджика, и негра, и русского, и поляка. Wpuszczamy do siebie pomieszkać i Tadżyka, i Murzyna, i Niemca. I Niemca, i Polaka. I Polaka. I obojętnie kogo. I kogo ugodno, tak. U kogo jest maszyna, my podwozimy ludzi, którzy głosują na drodze. Jeśli ktoś posiada samochód, zaczyna podwozić ludzi, którzy łapią na autostopie po drodze. Jeśli u nas jest jedzenie, my ugaszamy drugich ludzi. Если мы высадим едение, то учимся там другом тоже гостить иных людей. И увеличиваем количество благ, которые имеются в мире. И в тот способ увеличиваем количество ласк, добра, которые есть на свете. И, наконец, в путешествиях полезно знать, что любая последовательность событий всегда правильна. Можешь объяснить? И в подружах нужно помнить о одном, что обоюдные какие консеквенции обоюдного сдажения са правдивы. И что с нами не происходит, это имеет определенный смысл. Всё, что с нами, до чего доходит с нами, то всё имеет определенный смысл. Если мы пока не понимаем, в чем дело, нужно просто подождать. Если в данный момент не знаем, о чем хочет, то что? Переводи! Я думаю, все поняли. Выключаем свои мобильные телефоны, чтобы они не перезвонили во время мероприятия. Proszę o włączenie telefonów komórkowych, żeby one nikogo nie tworzyły w czasie spotkania. Ja nie wiem, czy ja w ogóle jestem potrzebny jako tłumacz, szczerze mówiąc. Jeśli u kogo-to będą dzwonić mobilniki, my je będziemy odbierać. Da, na zawsze. Значит, меня зовут Антон Кротов, я путешественник, писатель из Москвы. Мне 35 лет. Я называюсь Антон Кротов, я сам подружником и писажем, мам 35 лет. А это мой друг Мариуш, который будет переводить. Сколько ему лет, он сам скажет. Ну, то есть мой приятель Мариуш, который будет прикладывать. Я ума лет, то сам повем, мам 36 лет. Я очень люблю путешествовать. Я путешествую больше 20 лет, с 91 года. Я bardzo lubię podróżować. Podróżuję od 25 lat, od 91 roku. Сам я родом из Москвы, и у нас в Москве много разных пригородных электропоездов, как и у вас. Просто почекаем. Все проблемы решаются со временем, нужно просто уметь ждать. Wszystkie problemy rozwiązują się z upływem czasu, trzeba po prostu уметь poczekać. Поэтому, кто занимается путешествиями, имейте терпение и оптимизм. Dlatego te osoby, które zajmują się podróżami, powinny mieć cierpliwość i optymizm. Wybrasujcie telewizor, nie pijanstwujcie. Wyrzucajcie telewizor, nie pijanstwujcie. I, конечно, пообщайтесь z опытными людьми, których w Польше очень много опытных путешественников. I przede wszystkim starajcie się podtrzymywać kontakt z ludźmi, którzy posiadają doświadczenie. W Polsce jest bardzo dużo doświadczonych podróżników. Это основные как раз вещи о вольных путешествиях. А теперь поднимайте руки и задавайте свои вопросы, а Мариуш их приведет. То самое важнейшее вещи, дотичащие вольных, свободных подружек. А теперь поднимайте руки и задавайте вопросы, Мариуш их приведет. А вы сами можете задать вопросы. А я еще напью. У меня вопрос. Я приезжаю в другой город. Как мне найти место, чтобы переночевать?
Значит, существует... Ой, существует масса разных вариантов. То есть, и можно назвать десяток примерно вариантов. Во-первых, существует сайты всемирного гостеприимства couchsurfing.org, hospitalityclub.org. Это сайты, на которых уже есть несколько... Да, да, кстати, я его... Są przede wszystkim strony internetowe światowej gościnności, takie jak Hospitality czy Couchsurfing, za pomocą których można zdobyć nocleg. Można заранее napisać i tylko надо napisać сразу многим людям, żeby ktoś откликнулся. Można wcześniej napisać do uczestników, do członków tych sajtów, tych stron internetowych. Tylko trzeba to zrobić wcześniej, żeby ktoś zareagował i odpowiedział. Кроме этого существуют религиозные заведения, церкви, мечети, монастыри. Oprócz tego oczywiście funkcjonują rozmaitego typu instytucje religijne, cerkwie, klasztory, meczety. Można poprosić nocować i u sikhów, i u buddystów. Можно попросить о ноцлеге у сикхов и буддистов. Можно проверить свойства и православных, и католиков. Можно справдить властивости и католиков, и православных. Если вечером прийти в церковь и задать вопрос священнику или же людям, которые у него собрались. Можно вечером прийти до церкви и задать питание особи духовной, но людям, которые там забрали. И кроме этого существуют студенческие общежития, из которых выходят студенты покурить, можно с ними познакомиться. Очевидно, функционируют теж дома студенческие, из которых выходят студенты запалить, можно с ними себя как-то познать. И отправиться к ним ночевать. Можно тогда пусть на них. В маленьких городах существуют разнообразные школы, где можно заночевать в самой школе. В маленьких miasteczkach funkcjonują przecież szkoły. Można spróbować zanocować w takiej właśnie szkole. W Rosji i w innych cywilizowanych stronach jest także turkluby, kluby ludzi różnych po interesom. W Rosji i innych cywilizowanych krajach są kluby turystyczne i w ogóle kluby ludzi zajmujących się rozmaitymi, mających kółka, rozmaite kółka zainteresowań. В нецивилизованных странах существуют сельсоветы и местные учреждения власти. В краях неуцивилизованных функционируют вейские рады, какие-то органы саморządowe, иные органы władzy. И, наконец, существует зимой в России существуют котельные, где всегда тепло и там есть горячая вода. Зимой в России функционируют места, gdzie są palacze, jakieś miejsce, gdzie się grzeje, jakieś piece i tam jest ciepło, zwykle jest woda i tam też można spróbować zanocować. Na koniec существуют просто избушки в сельской местности, в деревнях, gdzie местные жители могут вас пригласить на ночлег. No poza tym funkcjonują jakieś drobne domy we wsiach, gdzie miejscowi mieszkańcy również mogą was zaprosić przenocować. В итоге 99%, что вы сможете найти ночлег где угодно, если проявите активность. В этом моменте маете 99% уверенности, что можете найти ночлег где-кобик, если только покажете активность в этом. Подробно все методы описаны в книге «Практика водных путешествий». Szczegółowo wszystkie te metody zostały opisane w książce «Практика свободных подружек». Напомните, что чем больше вы сами принимаете гостей у себя дома, no, trzeba pamiętać o tym, że im więcej wy sami przyjmujecie gości u siebie w domu, tym mniejsze u was сомнений w tym, że was też pozwolą w gości w samych różnych stronach świata. Tym mniej macie wątpliwości, że was również ktoś zaprosi w gości w najróżniejszych krajach świata. Пожалуйста, еще вопросы. Proszę, jakie są jeszcze pytania? Мне понравилось то, что у вас из карта мира, но там Америки вообще нет. Spodobało mi się, że macie mapę świata, ale tam nie ma w ogóle Ameryki. O, tam mnogo czego nie ma. Tam różne rzeczy, wielu rzeczy nie ma. Ja nie rezynowy, projechać po wszystkim stronom mira niemożne. Nie jestem gumowy, nie jestem w stanie przejechać. We wszystkich krajach, po wszystkich krajach świata nie można by przejechać. A w Latinskiej Ameryce my pojedziemy przez rok i tam w miesiącu będzie dom dla wszystkich w końcu 2012 roku.
A co do Ameryki, to pojedziemy do Ameryki Łacińskiej i tam będziemy organizować dom dla wszystkich w Meksyku w końcu 2012 roku. Jest taka legenda, że через год будет якобы очередной конец света. Jest taka legenda, że za rok będzie kolejny koniec świata. I my pojedziemy ją przedwracać jak raz w Meksyku. I my pojedziemy się jakoś przeciwstawiać akurat do Meksyku. I tak, że желающие, i kto okaże się też w Meksyku, mogą przyjąć участие w przedwracaniu końca świata. Także wszyscy, którzy mają ochotę pojechać z nami, mogą pojechać do Meksyku celem zapobieżenia końcu świata. No, поскольку туда трудно доехать автостопом, большинство людей туда полетит просто на самолете. Ale dlatego, że tam trudno jest dojechać autostopem, większość podróżników poleci tam samolotem. Którzy jeździ autostopem, mogą już w principie wyjechać. A ci, którzy chcą pojechać autostopem, to już właściwie teraz mogą zatrzymać. Można dostać jeszcze jakieś pytania? Proszę jeszcze, jakie są pytania? Czy macie jakiś cel podróżując, czy po prostu waszym celem jest droga sama w sobie? Nie, ja zajmuję się zbiorem informacji o otaczającym świecie. Nie, moim celem jest zbiór informacji o otaczającym mnie świecie. I rozkazuję ludziom o ustrojstwie otaczającego świata. I opowiadam ludziom o tym, w jaki sposób otaczający świat jest zbudowany. Rozkazuję o różnych stronach, na swoich lekcjach, w internecie, w swoich knigach. Opowiadam o różnych krajach, na swoich lekcjach, w internecie. I w internecie, w swoich knigach. I w swoich książkach. Występuję w różnych miejscach i rozkazuję ludziom o jedinstwie i dobroci otaczającego świata. I opowiadam ludziom o jedności i dobroci otaczającego nas świata. No, sama po sobie droga nie jest sama celem. No, sama w sobie droga nie jest samym sobie celem. Более того, чтобы быть хорошим человеком, вовсе не обязательно путешествовать. A dlatego, żeby stać się dobrym człowiekiem, nie trzeba w ogóle podróżować. Można być очень хорошим человеком, ни разу даже не выезжая за пределы своего города. Można być bardzo dobrym człowiekiem, nie wyjeżdżając nigdy w życiu za granice swojego miasta. Главное, делайте свое дело, для которого пришли на эту землю, и делайте его хорошо. Najważniejsze jest, żeby robić, zajmować się swoimi sprawami, dla których zostajecie posłani na ten świat i robić to dobrze. Пожалуйста, еще вопросы. Прошу, чи са еще какие-то питания? Скажите, пожалуйста, сколько у вас, какие у вас вещи во время путешествий? Какие вещи это вообще нужны? Поведьте, прошу, як, прошу, чтобы вам поведел, какие вещи вам забира за собой в подруж, какие это са вещи, какие вещи са те, которые са наиважнейшие? Ну, самая главная вещь весит примерно 1,5 килограмма. Наиважнейшая вещь важит около 1,5 килограмма. Называется головной мозг. Nazywa się mózg czaszkowy. Prawie to очень хорошая вещь иметь паспорт, to это полезно. Poza tym bardzo ważną rzeczą jest posiadanie paszportu, to się generalnie przydaje. Остальное все уже на ваш вкус, у каждого есть свой вкус, что брать с собой. A reszta to już kwestia smaku, każdy posiada swój smak, co ma zamiar wziąć ze sobą. Я люблю брать с собой рюкзак, спальный мешок, одежду какую-то. Ja lubię ze sobą brać plecak, śpiwór, jakąś tam odzież. Большую металлическую кружку, кипятильник. Duży metalowy kubek, grzałkę. А вообще каждый берет то, что ему больше нравится. Не буду я полностью свой рюкзак всем говорить, что у меня. Потому что, ну давай, каждый берет то, что ему нравится. Вот каждый, так. Я мам еще там шарик же, который берет. Ну, але каждый берет то, что ему все подобно. Вот, так что экспериментально проверьте, наберите то, что вы с собой любите таскать, и походите денек по своему родному городу. Также, может, вещи то, что любите, зубчик эксперимент, вещи то, что любите за собой носить. Потом и один день походите с этим всем по своим родным местам. Потом вы вернетесь домой, половину вещей оставите дома и уже отправляетесь в путешествие. Потом вы вернетесь до дома, половину вещей заставите в дому, и тогда уже можете вырушать в подруж. Все вещи, которые вы с собой возьмете, вы с ним будете таскаться месяц, год подряд. Wszystkie rzeczy, które ze sobą weźmiecie, będziecie z nimi się męczyć rok, miesiąc pod rząd. Поэтому не берите с собой слишком много. Поэтому не берите с собой zbyt wiele. И не берите с собой дорогих вещей, чтобы не жалко было их выбросить. И не берите с собой дорогие вещи, чтобы не было жаль их выжучить. Часть вещей промокает, часть теряется.
Część rzeczy przemaka, część się gubi. Поэтому нужно брать с собой простые, удобные и недорогие вещи. Dlatego trzeba brać ze sobą proste, niedrogie i wygodne rzeczy. Jeśli coś wy z sobą zabudziecie wziąć, ono was pojawi postepiennie. Jeśli czegoś zapomnicie ze sobą wziąć, to stopniowo te rzeczy u was się pojawią. A jeśli coś lichnie, podarić komuś. A jeśli zabierzecie coś zbędnego, można komuś podarować. Главное, чтобы это не было больше там, чем 15 килограмм, иначе невозможно будет передвигаться. Najważniejsze, żeby to nie było więcej niż 15 kg, bo inaczej nie będzie możliwe przenoszenie się z miejsca na miejsce. A do nas jeszcze wopros. Proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? No, miałem taki wopros bardziej doktoczny. A ja chciałbym zadać takie pytanie bardziej takie dokładne. Odnosząc się do tego, że w krytycznych sytuacjach, jak sobie wyspi, jak się zachowywać w sytuacjach krytycznych, kiedy w jakimś kraju? Ну, а что такое критическое состояние? Ну, то есть, если не закончить. Я имею в виду то, что, например, будет какой-то несчастный случай, перелом руки и все, что угодно. То есть, есть ли какая-то такая универсальная вещь, которую можно было как-то типа страховки или что-то в этом роде? Jeżeli ma miejsce, jak trzeba zachować w jakiejś sytuacji, kiedy będzie miał miejsce jakiś nieszczęśliwy wypadek? Na przykład złamanie ręki. Czy są jakieś recepty? Czy ma Pan jakieś gotowe recepty na taką sytuację? I to jest именно w tych stronach, które... можно отнести менее, не знаю, как употребить такое, мне политическое слово. Вашу в тех... Ну, не важно, я не настолько развита, как бы, здравая система. Так, вашу в тех краях, в которых не очень развита система охраны здоровья. Я не верю ни в страховки, ни в банкиров, ни в политиков. Я не верю ни в обеспечения, ни в банкиров, ни в политиков. Они все только украдут ваши деньги, а руку вам назад не приклеят. Они только украдут ваши деньги, а руки вам с повратом не приклеят. Так что, наверное, сходите к врачу, если что-то сломали, может приклеить на место. Так же, треба попросту пусть до лекаря, если что-то сломало, может приклеить на месте. Универсального метода нету, универсальные страховки, я думаю, в диких странах не действуют. Uniwersalnego metody nie ma. Uniwersalne ubezpieczenia w dzikich krajach nie funkcjonują. No ja myślę, że tam za niewielką sumę wam coś przykleją na miejsce waszą rękę. Ja myślę, że za niewielką sumę tam coś przykleją wam na miejsce. Czy rękę, czy coś tam. No ja sam niczego nie łamałem, ja nie lubię tego. No ja sam niczego nie łamię, ja tego nie lubię. I w ogóle ja boję się raczej, staraję się z nimi dzielić nimi. W ogóle to się boję lekarzy i staram się nie mieć z nimi do czynienia. Czy nie mieliście żadnych krytycznych sytuacji? Krytycznych sytuacji też nigdy nie było, koniecznie. Oczywiście nie miałem żadnych krytycznych sytuacji. Ja myślę, że ludzie sami zwykle przyciągają do siebie krytyczne sytuacje swoim nieprawidłowym zachowaniem. Ja myślę, że ludzie przyciągają do siebie krytyczne sytuacje za pomocą swojego nieprawidłowego zachowania. Так что вот пока целый, все в порядке. А так, конечно, все умрем. А так, dlatego jestem cały, wszystko w porządku, а так, oczywiście, wszyscy przecież umrzemy. Что вот, какие еще вопросы? Czy są jeszcze jakieś pytania? Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, кроме путешествий? Proszę odpowiedzieć на pytanie, czym się pan zajmuje poza podróżami? Czy wykłada pan, czy ma pan jakichś sponsorów? Я занимаюсь тем, что организую разные интересные мероприятия, дома для всех, слеты. Я занимаюсь тем, что организую разные интересующие импрезы, дома для всех, слеты. Кроме этого, я пишу свои книги, издаю их и распространяю. Обруч того, пишу свои книжки, выдаю их и распространяю. Читаю лекции о путешествиях, когда позову куда-нибудь. Выкладываю о подружах, если мне кто-то запросит. Никаких спонсоров я не имею. Не имею жадных спонсоров. Хотя, если вы хотите меня проспонсировать, если это предложение, то я не против. Но, очевидно, если кто-то хочет меня заспонсировать, если это пропозиция, то, очевидно, не могу сказать. На других людей я тоже не работаю, на фирму, на государство я тоже не работаю. Не работаю на иных людей, на фирму, или на państwo, również не работаю. Многие люди работают на других людей, на капиталистов. И множество людей работает на иных людей, на капиталистов. И иногда жалуются, что им не хватает денег на интересную жизнь. И неоднократно они нарекают, что не достаточно денег на интересующее жизнь. Надо работать на себя и не давать денег капиталистам. Треба работать на себе и не давать денег капиталистам. Тогда это будет гораздо проще, удобнее. И вам не нужно будет согласовывать свой график путешествий с капиталистом.
i będzie Wam o wiele łatwiej. Nie trzeba będzie wtedy też dogadywać swojego grafika podróży z kapitalistą. Proszę, jeśli o proszę. Proszę, jakie są jeszcze pytania? Как вам удается получать визы во все эти страны? Каким судом удается вам отшимать визы до всех этих краев? Ну, есть несколько методов. Есть несколько методов. Во-первых, бюрократы, есть такие люди, их надо побеждать их же оружием, бумажками. По-перше, бюрократы, это такие люди, которых надо звучать их własным оружием, папирками. И можно написать, что вы хороший человек, и вас послал кто-то, а не вы сами едете. Можно написать, что jesteście bardzo dobrym człowiekiem, и что так naprawdę вас ktoś przysyła, а не вы сами себе едете. Поставьте печать в своем институте, где вы учитесь, или у своего друга какого-нибудь печать поставьте. Поставьте печатку в своем институте, в котором вы учите, или какого-то приятеля, который имеет печатку. Другой друг пускай напишет вам, что вы... Пускай другой друг капиталист напишет вам, что вы уже работаете. Нех иный приятель капиталиста напишет вам, что у него працуете. И зарабатываете много денег. И зарабатываете дуже пенензы. И напишите, что вы великий путешественник в третьей бумажке, и приложите все эти бумажки в посольство. И напишите в третьем papierku, że jesteście wielkim podróżnikiem i zaniesie wszystkie te bumażki, te papierki do ambasady. I im więcej u Was już jest różnych wiz, tym prościej получать следующие. I im więcej w paszporcie macie różnych wiz, tym łatwiej otrzymywać następne. Бывают некоторые вредные посольщики, которые не дают виз. Oczywiście bywają rozmaici wredni pracownicy ambasad, którzy nie dają wiz. Поэтому нужно идти тогда в другое посольство той же страны, получить визу там. Dlatego trzeba wtedy iść z paszportem do innej ambasady tego samego kraju i tam otrzymać wizę? To jak raz tym zajmuje się nasza podróżnicza nauka, tym wopросом. I tymi problemami zajmuje się tak akurat nasza podróżnicza nauka. My specjalnie zbieramy informację, jak получать różne wizy. My specjalnie zbieramy informacje, jak można otrzymywać różne wizy. Kiedy my jechali w Indię, irańską wizę получали, na przykład, w Liwanie. Kiedy jechaliśmy do Indii, irańską wizę otrzymaliśmy w Jerewanie, w Armenii. A pakistańską wizę получали w Тегеране. A pakistańską wizę otrzymaliśmy w Teheranie, w Iranie. Потому что посольства этих стран в Москве были вредными. Dlatego, że ambasady tych krajów w Moskwie były szkodliwe. No, сейчас я у вас с испанской визой, потому что польские посольщики в Москве тоже какие-то странные. Ja jestem u was teraz z wizą hiszpańską, dlatego że pracownicy polskiej ambasady w Moskwie też są jacyś dziwni. No jest niektóre posłanki, które właśnie nie dają wiz. Są oczywiście pracownicy różnych ambasad, którzy w ogóle nie dają wiz. Na przykład Taliban, posłanstwo Talibana w Pakistanie nam odkazali wizy w 1998 roku. Na przykład ambasada Talibanu w Pakistanie odmówiła nam w ogóle wiz w 1998 roku. За это власть талибов была свергнута, и Афганистан стал давать визы всем желающим. За кару власть талибов в Афганистане стала баллона, и Афганистан зачем давать визы. И каждый человек смог получать за $30 афганскую визу. И обычно каждый человек может получать за $30 афганскую визу. И мы сразу все туда поехали. И мы все там поехали. И следующим вредным человеком был Саддам Хусейн, не давал нам визы. Kolejną taką szkodliwą osobą Saddam Hussein, który nie dawał nam wiz. W Moskwie, w Baku, w Tegeranie, wszędzie odkazywali wizę. W Moskwie, w Baku, w Teheranie, wszędzie odmawiali nam wiz. Za to Saddama Husseina powiesili, a Irak stał bezwizowym. Za to Saddama Husseina powieszono, a Irak stał się krajem, do którego można jeździć bez wiz. I wszyscy, którzy chcieli, tam uspieli zjeść, teraz on opять odpłynął. I wszyscy, którzy chcieli tam pojechali, teraz znowu się popsuł. И еще один человек, который не давал визы, был Муаммар Каддафи. Основным особом, который не давал визы, был Муаммар Каддафи. Из всех моих знакомых только двое сумели получить ливийскую визу. Из всех моих знакомых только две особы, только двум особам удалось отшимать визу. Остальным он отказал. Позаставим он отмутил. За это Каддафи. За то Каддафи. Надеюсь, что Ливия дает визы всем желающим, но я пока не успел проверить. Teraz mam nadzieję, że wiza daje, że Libia daje wizy wszystkim, którzy tego chcą, ale nie zdążyłem tego sprawdzić. Tak, że jeśli jakieś posolstwo nie daje wiz nigdzie, można po prostu podождать.
Dlatego jeżeli jakaś ambasada nie daje wiz nigdzie na świecie, jakiś kraj nie daje nigdzie w swoich ambasadach wiz, to po prostu trzeba poczekać. Jak wy znajdziecie, время лечит любые проблемы. Jak wiecie, czas leczy obojętnie jakie, wszystkie problemy. No i nie zapominajcie kolekcjonować bumażki o tym, żeby chorosz człowiek. I nie zapominajcie zbierać papierków o tym, że jesteście dobrymi ludźmi. Im больше у вас таких бумажек, тем проще. Im więcej macie takich papierków, tym łatwiej. Пожалуйста, jeszcze вопросы. Proszę, czy są jakieś pytania? Patrzę, że wszyscy już без вопросов. Без питань. Но я напоминаю, что если кто-то зимой, например, хочет Новый год встретить в поезде на Украине... Ну, я припоминаю, что если кто-то хочет споткать, привитать Новый год в поезде на Украине... То встречайте. То запрашиваем. А еще я напишу на доске свой адрес своего блога, чтобы каждый мог... A teraz zamierzam napisać na tablicy adres swojego blogu, żeby każdy mógł dokładnie o tym wszystkim przeczytać. No, ja będę pisać, może również jakieś inne pytanie Pan się przypomni. Przypominam, że to jest w zakładce blogu Cudoznawcze na stronie sobie. Są jakieś pytania jeszcze? Tak jak powiedzieliście, wiele miast, wiele miejsc na świecie jest już zepsutych przez komercyjną turystykę. Jak myślicie, czy trzeba szukać innych miejsc, czy po prostu starać się zobaczyć te stare innym sposobem? Испорчено не больше 1% территории Земли, может быть, на 0,1%. Zepsute jest nie więcej niż 1% terytorii Ziemi, terytorium Ziemi, może 0,1%. Это маленькие туристические гетто. To są maleńkie turystyczne getta. Только отъедешь от него на 10 километров, там уже все настоящее. Wystarczy odjechać od niego na 10 km i tam już wszystko jest prawdziwe. Jeśli wy случайно polecieli na samolocie w Antalii, w Turcji. Jeżeli przez przypadek poleciliście samolotem do Antalii, do Turcji. Odjedźcie na 30 km, tam wszystko będzie już normalnie. Odjedźcie na 30 km od Antalii, tam już wszystko będzie normalnie. Jeśli wy okazaliście w Tajlandii, ujedźcie za czerwą города Pattaya i tam też wszystko będzie dobrze. Jeżeli znaleźliście się w Tajlandii, odjedźcie za granicę города Паттайя. Tam również wszystko będzie zupełnie normalnie. Jeśli wy okazaliście się w Egipcie, to nie należy torczać wszystko время w Szarm-el-Szejch lub w Hurghadzie. Jeżeli znaleźliście się w Egipcie, nie należy całą drogę, cały czas sterczeć w Hurghadzie czy Szarm-el-Szejch. No, tak, że specjalnie przyglądać się tym pomojkom nie można, po prostu wyjdźcie z pomojki, wszystko będzie normalnie. Dlatego specjalnie nie trzeba się przyglądać tym śmietnikom. Wyjdźcie ze śmietnika, wszystko będzie okej. No również na wysypisku śmieci można przecież znaleźć również coś interesującego. No wysypiski zajmują tam 80% terytorium Ziemi. A wysypiska śmieci zajmują około 0,1% terytorium Ziemi. Trzeba wyjść poza ich granice i wszystko będzie normalne. Są jeszcze jakieś pytania? Антон, нет вопросов. Тогда, значит, скажем всем спасибо, кто пришел на мероприятие. Скоро нема питань, то хотели бы поблагодарить всем, кто пришли на нашу импрезу. Если кого-то реально интересует путешествие, где обычно
один из тисячі. Якщо когось рідчевіше інтересує реальне подружжя, так і люди звикли буває один на тисяч? Приїжджайте в гості или в дома в ОПЕ. Приїжджайте в гості люб до домов Академії свободних подружжя, а в ОПЕ Академії вольних путешествий. І напоминаю, що для щастя всім останнім совершенно не обов'язково путешествувати. І припоминам, що для щастя всім позостальним не конечно є, звичайно, подружувати. Главное делайте то, что вы хотите делать, и то, что вам нравится делать, и делайте это хорошо. Найважніше, щоб ви ще робили то, що любите робити, і робили то добре. І пам'ятайте, що любая послідовність подій завжди правильна. І пам'ятайте о том, що якакольвік консеквенція подій завжди є правильна. Вот на этом мы заканчиваем. Спасибо всем, кто появился. На тим чилибіśmy закончити. Дякую всім, хто ще появився. Дві квести. Можна купити książki і за хвилю włączymy слайди, бо цілове було жądanie prelegenta, żeby slajdy nie leciały w trakcie wykładu, bo żeby wszyscy się koncentrowali na wykładzie, także jeszcze będzie można zobaczyć zdjęcia. Zdjęcia co prawda były ostatnio pokazywane w czasie lekcji Antona Kurotowa we Włoszech, dlatego przepraszam, ale mają włoskie napisy. Także i można ewentualnie kupić książki. Także ja idę włączyć zdjęcia.